смотрите, то есть мы с вами отрабатывали верхнюю часть. Верхняя часть отрабатывалась. Теперь мы с вами отрабатываем, то есть нижнюю часть. Сейчас вот он будет кулаками, вот сейчас пока просто как удар, но кулаками просто будет давление оказывать. То есть раз, мы его снимаем другой рукой. И куда бы он в какую сторону ни бил, мы его снимаем. 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 В грудь захотел ударить, пожалуйста. Снимаем. 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 То есть удары, которые идет, смотрите, видите, идет давление. Вот он давление. Мы его раз, мы уходим под этим давлением, раз. Значит, давление должно воздействовать. Сначала вы должны чувствовать воздействие. То есть для чего? Для того, чтобы тело начинало слушаться. Вот как сейчас лежа мы лежали. Тело должно слушаться. То есть, да, я вот ушел. Ап, ушел. Вот. Видите, в каком положении я застрял, в таком положении он меня обрабатывает. И я должен снимать это все. Снимать. В каком положении застрял, в таком и снимаю. Оп. Раз. Пока работаем без рук, только корпусом. Ап. Проглатываем все. И вот чувствуете, то есть всегда втыкайте. То есть поверхность не делаем. То есть мы, чтобы было... Да, чтобы было чувство. Вы должны туда продавливать. Сначала мы работаем в этой... Потом уже будем работать в таком режиме, пробивать. Сейчас пока так, чтобы работал кость. То есть у нас работает сейчас вот от груди и ниже. То есть мы его можем там в пах, там в бедро, то же самое снимать. То есть те же самые движения. То есть раз, видите, убрал. Раз. Оп. То есть, понимаете, то есть все должны чувствовать и обкатывать. Это должно произойти на уровне... тело. На уровне тела, не на уровне головы, не на уровне логики, не на уровне, ах, что я сейчас предприму. Мы не можем вообще знать, что сейчас будет предпринимать. Вот мы с ним работаем, да? Я вообще не знаю, что он будет предпринимать и как он будет предпринимать. И что я там сделаю, не знаю. Я сам даже не знаю. Я могу туда даже не смотреть, а смотреть вон на Диму. Привет, Диман. Все хорошо. Гад какой, да? Нет, никак не отстанет, сволочь. Ты представляешь, что делает, а? И вот раз, то есть, понимаете, в чем дело? То есть мы уже не должны думать. Оно должно работать. А помогает это, вот, а в субботу мы будем так делать с ножами. И будем больно тыкать, чтобы вот там четко начнет тело работать. Понятно, да? И вот сейчас не забывайте, вот так прям кулачками вдавливаем, 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 поехали.